О, рубрика называется «Когда не хватило выходного дня». Отлаживаем все на понедельник, да? Значит, да. Задача у нас. Видите, мучается человек. Для чего? Есть вот такая деталь копеечная. Вот. Но когда покупать новую из-за того, что тут чуть-чуть буквально вот оторвалось, вот видите. Смысла, наверное, нету, да, можно приварить и все. А здесь то же самое. Вот еще один, тоже красивый, большой, для работы. Но, видите, вот произошла беда, вот она. Вот. Покупать новый, смысл, да, вот тут сейчас при сварочке капнем. Очистим все эти клеи, мастики, сварочкой прихватим. Вот уже, видите, раз, два, вот третий. Вот здесь работа, конечно, сложнее. Видите, какой большой, с колечком, вот оно оторвалось. Ну, тоже три прихватки, и все, и не надо отдавать 1500 рублей, потому что это большой под этот, под миксер, как его? Да? Под миксер, да. То есть цена у него огромная. Покупать новый. Сейчас почистим, сделаем три прихватки, и все. Так, наверное, пока выключу, что показывать, как мы ее чистим. Не будем выдавать секреты мастерства. Такие вот штучки у нас красивые получились. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и так далее, да? Так что вопрос, когда стоит, вы стоит ли вот это варить и делать? Если это где-то у вас далеко-далеко на стройке, и вас прижало, и у вас нету знакомого сварщика, вам деваться некуда, вы идете и покупаете. Но вот когда стройка закончилась, вы пособирали по всем углам разломанные, пришли к сварщику, он вам их позаваривал, и вам почти сразу на 2000 рублей... На 30 баксов готовой продукции. Вот, пожалуйста. Сэкономили. Сколько я заработал, ребят, очень легко и просто отвечать на этот вопрос. Смотрите. Вот такая, гляньте, красивая. Па-па-бам. Опа. Видели? Вот. Вот такой подгон, да. Вот человеку он не нужен, а мне пригодится. Вот. Вот так мы и работаем. Он завоздушенный, видите, ребята, тут немножко это. Но насос работает, все работает, клапана работают.
Он, наверное, не грулом заправленный. Сейчас зима, холодно. Надо будет открыть и помыть. Ну вот, для меня тоже польза. Видите, появилась у меня свежий домкрат. Появился свежий домкрат и новый головной упор. Видали? Ну, на этом всем большой привет и до свидания.